Денег у нас действительно достаточно сейчас и было достаточно всегда. Более того, их было всегда в избытке денежных средств. Дело в том, что если говорить о доле платного и бесплатного образования, то у нас вообще любопытная картина. 55% доля вообще в системе образования является платным и 45% бесплатным. Ну, например, если взять пример соседней России, там менее 20% платного образования, менее 20%. То есть, это я считаю, что просто нонсенс то, что у нас происходит. И в большей степени это связано с тем, что в сфере образования большие интересы Нурсултана Назарбаева. Все основные высшие учебные заведения страны, там КБТУ, так называемый, Нархоз, где его подставной собственник Булат Утимуратов, Политехнический институт и там разные другие учебные заведения, они все находятся реально в собственности Нурсултана Назарбаева. И именно поэтому я считаю, что он заинтересован, чтобы так называемая частная система образования платила деньги в его учебные заведения, и таким образом он дополнительно обогащался. Мало ему доходов нефти, газа и других отраслей, так он и руку приложил еще в сферу образования. Именно поэтому я считаю, что у нас существуют проблемы. Там, где появляется рука Назарбаева, там обычно все платно, развал и проблемы.